Виктор Сергеевич, впереди выборы президента. Скажите, за кого будете голосовать и почему? Как в целом относитесь к тому, что происходит сейчас в стране в связи с выборами 2012 года? Я отвечу. Довольно все просто, в общем-то. Я буду голосовать за Путина. Объясню, почему. Довольно коротко. Во-первых, когда я вижу, кто и почему будет голосовать против Путина, я буду голосовать за него. Именно поэтому. Когда мы все вместе с вами видим, сколько грязи, лжи, клеветы, злобы, сколько денег, наконец, вкладывается в то, чтобы Путин не выиграл президентские выборы, я попытаюсь сделать все, чтобы он их выиграл. Я думаю, что в-третье, это то, что мы все с вами видим и слышим, с каким, я бы сказал, истерическим ужасом наши с вами, условно говоря, друзья по другую сторону границы нашей страны боятся и трепещут перед возможностью увидеть Путина вновь президентом России. И именно поэтому лично я буду голосовать за Путина. Мне скажут, проблемы, и вы тоже задаете вопрос, проблемы. Их много, огромные проблемы, их надо решать. Но кто их будет решать? И вот сегодня возникает вопрос. Вот в той ситуации, которая существует в мире, и при том раскладе и возможностях, которые существуют у нас, у избирателей, я глубочайшим образом убежден, что любой, кто вольно или невольно будет голосовать сегодня, повторяю, сегодня, против Путина, в принципе, будет голосовать против интересов России и против ее будущего. А я, так сказать, за Россию, поэтому буду голосовать за Путина и вам тоже советую так сделать.